Из темноты ты вывел и принес в сердце мир. Милосдающий Бог ты мой, ответ в нужде. Тебе хвала вовек. Ты дай, аминь. Все, что обещал, ты дай, аминь. Чудный спаситель, ты меня пленил. Проклятия все разбил. Мой искупитель, ты принес свободу мне. Тебе хвала вовек. Верный всегда. Верный навеки будешь ты, верный всегда. Все, что обещал, ты дай, аминь. Все, что обещал, ты дай, аминь. Верный, верный всегда. Навеки будешь ты верный всегда. Все, что обещал, ты дай, аминь. Эй! Все, что обещал, ты дай, аминь. Всегда со мной, голос твой мне дает покой. Верю я, ты всегда со мной, голос твой мне дает покой. Верю я, ты всегда со мной.
всегда будешь верным. Дай аминь. Мой Отец будет верным. Ты всегда будешь верным. Мой Отец будет верным. Церковь, давайте скажем. Ты всегда будешь верным. Дай аминь. Мой Отец будет верным. Oh, yeah. Ты всегда будешь верным. Дай аминь. Мой Отец будет верным. Дай аминь. Слышны все сильней.
соединяясь в хвале, подобно новой волне, мы изливаем сердца для тебя. Не остановлен от ветра, укрепит сила твоя. Мы все так жаждем тебя и воспоем. Ты благой Бог, ты покрыл нас любовью своей, нам простил все, дом отца нас вернул как детей. Ты благой Бог, ты покрыл нас любовью своей, нам простил все, и звуки неба слышны все сильней. Эй, 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 и звуки неба слышны все сильней. Эй, 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 и звуки неба слышны все сильней. Все простил нам, он вернул нас в свой дом. Вся слава тебе нужна. Соединяясь в хвале, подобно новой волне, мы изливаем сердца. Жаждем тебя и воспоем, соединяясь в хвале, подобно новой волне, мы изливаем сердца для тебя. Не остановят ветра, укрепит сила твоя. Мы все так жаждем тебя и воспою. О, ты благой, ты благой Бог, ты покрыл нас любовью своей, нам простил все, в дом отца нас вернул как детей. Ты благой Бог, ты покрыл нас. И звуки неба слышны все сильней. И звуки неба слышны все сильней. Соединяйся с ним, соединяйся с небесами. Он сделал все, чтобы соединить небеса и землю. Звуки неба, в каждый город, в каждую страну.
числа. Если сверну с пути, нет, не дойти, нет, без тебя не дойти. Пробуждение так близко, оно здесь внутри. Верю я в чудеса и знамения твои. Хочу жить с тобой, жить тобой. Двигай мной, Дух Святой, двигай мной, Дух Святой. Я буду жить тобой, я весь твой. О, двигай мной, двигай мной, Дух Святой, двигай мной, Дух Святой. Хочу жить с тобой, жить тобой. Дух Святой, двигай мной, Дух Святой, я буду жить тобой, я весь твой, я весь твой, я весь твой, я весь твой, я весь твой. Если сверну с пути, нет, не дойти, мне без тебя не дойти. Пробуждение так близко, оно здесь внутри. Верю я в чудеса и знамения твои. Oh,
Союз. Снова оживает душа моя.
переживает вновь душа моя. Душа моя. Душа моя. Чувствует любовь твою. Залезть тебе на коленки, бабочка, обнять тебя крепко-крепко и слушать тебя, слышать тебя и понимать тебя. Ты моя реальность, ты моя реальность, ты больше, чем все, что я могу чувствовать руками. Ты больше, чем все, что я могу видеть глазами и слышать ушами. Единственное настоящее. Ты все во всем. Полнота, которая все наполнила. Спасибо, спасибо, спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо за твое присутствие. Спасибо за твою славу. Мы поклоняемся тебе, Господь наш и Бог наш. Спасибо за любовь, за принятие и за Слово Божие, которое как хлеб ты уже послал. Пусть вся слава будет тебе, Отец, во имя Иисуса. Аминь. Доброе утро. Присаживайтесь, пожалуйста.
У вас есть такая возможность, у меня нет. Значит, я больше вас смиренный. Так в смирении сказал. Всем привет из города Жуковский. Такой есть городок в Московской области. Там проходит авиасалон «Макс». Такой, большие самолеты всякие там транслируют, все летает. Туполев там творил свои творения. Интересная там была у нас конференция хорошая, ночью вернулся. Бог очень сильно там нас посетил. Необычное переживание имел вчера, очень мощное переживание о неисследимости Божьего разума. Я просто под силой Божией лежал там и слышал это внутри себя. Разум его неисследим. И что мы уполномочены сегодня исследовать его разум. Понять Божьи мысли, понять то, что он о нас говорит. Отвергнуть всякую ложь демоническую, всякую ложь нашу о самих себе. Потому что мы любим накручивать, выдумывать о себе всякую ерунду. И Господь всегда как бы хочет сказать, ты прав, ну ты куда лошадей-то гонишь, угомонись. Ну, не хочу сегодня об этом, просто не могу удержаться. Вот есть такое внутри переживание. У нас, мы продолжаем наше путешествие в ценностях нашей церкви. Мы закладываем ценности как основание, наконец-то. Мы их сформулировали, 10 нам уже понятны. И о двух ценностях у нас будет задание нашей пасторской команде встретиться, размышлять, молиться и обнаружить внутри себя еще две спрятанных пока от вас ценности. И вот это будет однажды продемонстрировано. Но то, что нам понятно и очевидно сейчас, мы в декабре говорим о семье. О семье как о ценности, и мы говорим с двух сторон. О семье физической, нашей персональной, то место нашего личного взросления, очеловечивания, потому что два человека становятся одним человеком, это такая великая тайна, Бог так видит, что двое становятся одной плотью, и обо всем этом мы говорим, и также мы говорим о церкви, как о семье, потому что мы слышим этот тезис постоянно на слуху, где-то все там говорят, церковь семья, а что же такое, ну вообще церковь как семья, как вот нам разобраться. И вот сегодня такую тему я хотел бы говорить именно о церкви, как о семье, и назвал проповедь так, семья, к которой говорит Иисус, семья, к которой говорит Иисус. В среду мы выясняли, кто в семье главный, если вы были на собрании, это было мясо. И так интересно, что я говорил, повторялся, по кругу проходил постоянно одному и тому же. И все равно люди умудрились что-то недопонять. И меня то, что радует, что люди задают вопросы. Имейте обратную связь, имейте этот фидбэк о том, что вы слышите. В семье вопросы задают. Кроха, сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. У меня секретов нет. Слушайте, детишки, папы вашего ответ напечатан в книжке. Называется Библия. Аминь. Видите, даже у меня в голове сколько всего на чердаке лежит поэтического. Поэтому имейте смелость задавать вопросы. У нас есть социальные сети, и у меня нет секретаря. Я там сам присутствую. И даже в Одноклассниках я есть, но недавно заглянул, обрадовался сам себе и ушел. Потому что мне пришел код какой-то, что там якобы я должен войти в Одноклассники. Думаю, не дай бог взломали шайтанчики какие-то, выкладывают там не пойми чего. И я зашел в Одноклассники, слава Богу, все там хорошо. Посмотрел на Одноклассников и думаю, слава Богу, у меня все хорошо. Двоим своим друзьям в школе написал, какие дяденьки прикольные. Они там вместе сфотались и ушел. Пусть с этим теперь живут. Но, в принципе, вы можете всегда написать в Facebook, в Директ, в Инсту и даже ВКонтактике. Я там не живу ВКонтактике, не очень мне заходит та местность, но у меня там есть аккаунт, чтобы отвечать на вопросы людей, чтобы служить там людям. Поэтому не стесняйтесь спрашивать. Лучше спросите, получить ответ, чем попасть в ложь, какие-то в лживые воронки и жить потом в этом придуманном волшебном лесу и есть грибы, которые съедобны только один раз. Храни вас Господь, спрашивайте. И вот семья, о которой говорит Иисус, тема. Евангелие от Матфея, 12 глава, 46 по 50 стихи.
Эту проповедь можно вообще универсально крутить с разных сторон, применять к физической семье, применять к церковной общине. Ну, как хотите. Я сегодня буду смотреть в контексте нашей церковной семьи. Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобой». Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя, кто братья мои?» И, указав рукой своей на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат, сестра и мама». Так интересно, что что-то происходило внутри дома и что-то происходило снаружи дома. Мы вот всегда будем жить вот в этих двух реальностях. Реальность, которая есть внутри, и реальность, которая есть снаружи. Хоть в физической своей семье, хоть в церковной семье. Есть люди внутри, есть люди снаружи. Вот ты живешь, допустим, в человейнике еще, но на тебя распространяется благодать нашего дома, чтобы ты имел свой дом. Поэтому благословляем в 22-м году, чтобы еще много семей построили свои дома и праздновали новоселье. В этом году мы видели, как кто-то пережил эту благодать от нашего папы. И сотни семей, сотни домов, мы так верим уже. Потому что когда-то я поверил 100 семей, 100 домов в нашей общине, но этот Бог так выплеснул, что даже в Европе уже люди дома строят, вдохновившись тем, во что мы верим здесь, и получив помазание. Я всегда наблюдаю, вот в человейнике, к примеру, человек живет, и у тебя есть твои квадратные метры, да? Но у тебя есть общие стены с кем-то, общий пол, для кого-то он потолок, твой потолок, чей-то пол, и не просто чей-то, а там живут мамонтята, вот эти вот. Люди быстрые, ведущие активный совиный образ жизни, у них ночью движняк, и еще у них есть животные, и они любят ламинат, у них везде ламинат, и по ламинату постоянный движняк там вот этот вот. Кто-то рок-музыкант живет, он любит вот это вот делать. Справа человек экспериментирует с препаратами, изучает духовный мир. И у него постоянная там химическая лаборатория. С другой стороны, поклонники группы «Мальчишник» раннего творчества. И у них один хит – секс, секс без перерыва. Секс. И через все эти розетки ты слышишь, как они послушно это все делают. Во дворе у тебя постоянная какофония звуков. Причем слово подходит, вот это вот, какофония. Вот эти вот сигнализации все срабатывают. Люди не в курсе, что можно чувствительность датчиков убавить. И чтобы от мышки наружки не срабатывала вся эта свистопляска. Кто-то решил вдруг, что у него праздник, и нужно обязательно фейерверк часа в 3 зарядить. Тоже не проблема. Это то, что снаружи. И это в какой-то степени касается тебя, живущего внутри. Это провокация называется, постоянная провокация. Тебя вытаскивают на ту территорию. И вы знаете, люди как говорят, дом это такая уютная штука. Люди любят уходить домой, да? Вы заметили? Что на работе вы не хотите задерживаться дольше положенного. Вам хочется бежать домой. И дома ты прячешься, и там внутри твой порядок, твоя организация, твой фэншуй, твой мир, твои занавески, твои тарелочки. Твой кот, или пес, или хомяк, или эти попугаи. Неважно, какие там существа, или никого нет. Просто воздушный змей у тебя. И ты ждешь сезона. Ну, какой-никакой тоже питомец. У всех простой змей, у тебя воздушный. И ты живешь вот в этом своем мире. Но иногда тебя вытаскивает что-то наружу. И то, что вытаскивает тебя наружу, оно требует от тебя чего-то. Вы заметили? Требует от тебя чего-то. Работа требует от тебя посвящения, времени, здоровья. Общество требует от тебя какой-то активности. Магазины вообще задолбали. Денег постоянно требуют. Постоянно есть что-то снаружи, что требует твоего участия. И самое
большое время мы готовы уделять тому, что у нас есть внутри. Вот спроси любого человека, да, нормального человека. Он как можно меньше хотел бы проводить времени в чем-то, что ну, ему не принадлежит. Ну, правда. В своем, в мире, в своем уюте, в своем доме, в своей семье. Если смотреть на церковь как на семью, то непропорционально заявлению время нашего посвящения. Непропорционально. К Иисусу пришли его мама родная, там сестры, братья, и они стоят снаружи. По какой-то причине они не разделяют с ним то, что есть внутри этого дома, где он учит людей ну, быть с Богом, условно говоря, утрирую. Они говорят, ты не нужен нам там, ты нужен нам здесь. Знаете, излишняя фамильярность к Иисусу сегодня тренд. Такая, не божественная фамильярность, тренд. То есть ты, Иисус, из церкви уйди, приди ко мне. Я с Иисусом. Я говорю, в какой церкви? Не надо быть в церкви, я с Иисусом. Personal Jesus. Как так? Это же матери и братья, но только те другие, плотские. Это же какая-то не та семья, это не то что-то. Это то, с чем Иисус не хочет иметь дело. Но это не значит, что он в конфликте, да? Это не значит, что он отрекся там, от семьи, от братьев. А потом мы видим спустя время, что его братья стали служить и стали отцами церкви. Вот это наша бескомпромиссность, если мы хотим, чтобы что-то изменилось в нашей жизни, в нашей семье, нам нужно все-таки дать оценку, церковь для нас семья или нет. Или для нас семья только то, что мы считаем предельно своим. А в церковь я хожу. Ну да, классно. Классно, что человек стал прихожанином. Вот сейчас мы говорим, формируем вообще, как показываем план человеку, как духовно можно вырасти в нашей церкви. И я открыл свою вакансию недавно на собрание для служителей, у нас где-то 150 человек в служении в церкви, активные волонтеры, помощники служителей, служители. И мы показали, что вот в принципе от прихожанина до старшего пастора ты можешь вырасти в этой церкви. Я свою вакансию открыл, я говорю, ребят, вы не понимаете, я не вечный, я не Брежнев и не Ленин тем более. Я хочу, чтобы у нас в церкви выросли люди, которые будут прогрессивнее, чем я, мудрее, чем я, помазаннее, чем я. Чтоб я просто здесь кресло-качалку себе поставил и балдел от того, что Бог сделал. Такой почетный старец. Желательно, чтобы это наступило как можно быстрее, чем старость. Чтобы еще поторчать успеть. Потому что когда ты уже сильно старенький, уже не торчится особо. Как-то внутри тебя есть вот этот вот джампинг, а снаружи скрип только потертого седла. Поэтому для меня, вот для меня лично важнее то, что внутри дома, а не то, что снаружи. Вокруг церкви происходит судачество, какие-то домыслы. Вот даже вот среди христианского сообщества я встречаюсь, бывает, ну, с серьезными людьми с христианской общественностью, вот российской. Я такой говорю, вам что, прикольно жить в домыслах вот в этих? Вы позвонили, спросили. Просто, ну, если вам так интересно говорить о наших персонах, ну, зачем выдумывать-то? Вы знаешь, как слепые слона щупали и давали оценку, какой слон. Вот так христиане живут. Слон такой, длинный, так ты хобот щупаешь. Слон тонкий, так ты за хвост взялся. И вот так вот мы живем, домыслы. Знаешь, я люблю так, ну, послушать иногда сказки про себя. Я говорю, ух ты, вообще, отдыхают русские народные вот эти вот все дела. Про Змея Горыныча, вот эти все. Про тирана Гельманова. Знаешь. Я говорю, у вас такая жесткая вертикаль. Я говорю, телефон мой посмотрите. У меня за две недели ни входящего, ни исходящего может не быть по церковному. Ты по своему звонишь, сталинскому, вот ему, без кнопок. Спецтелефон. Или сразу кнопку нажимаешь, и бомбочки у людей вшитые в головах взрываются.
Я говорю, вы про что? У нас идея Царство Божие построить и семью, в которой каждый, кто разобрался со своим сиротством, понял, вот он мой дом духовный. Все четко, я понимаю. Я что-то буду здесь делать, потому что это часть моей жизни. Есть жизнь снаружи церкви. И мы тоже выходим из церкви. Слава Богу, мы не сектанты, мы не зашоренные, мы современные, мы в тренде, мы в курсе, что 21 год заканчивается. Не 1900. Мы понимаем, как сегодня люди выглядят, современные. Ну, я не донашиваю джинсы пирамида. Ну, правда. И куртку Монтана. И часы с 16 мелодиями. С польского базара. Пилик, пилик, пилик. Представь, у меня бобинного магнитофона нет, орбита. Нету, представь, нету. И даже вот этого нет. Помнишь, мы его вот так носили? Легенда 404. И чтобы сэкономить батарейки, мы на карандаше перематывали. И нужно было так угадать вот этот любимый трек, трак, трак. Что нужно было так опыт иметь перемотки. Яблоки на снегу, розовые на белом. Собрат по гайморриту пел. Что же нам с ними делать? И все, мы весь вечер стояли. Яблоками на снегу. И причем реально, мы сами уже как яблоки на снегу. Это зима в Сибири. На нас шапки, сшитые из флисового белья китайского, знаешь, рукав отрезали и делали три шапки. С кисточкой такие. С кисточкой. У кого была? С кисточкой. И зубной пастой трафарет. Адидас. Кисточка плетеная такая. У меня не висит в машине чертик из капельницы. Чертик, помнишь, из капельницы чертик? И у меня пейджера нет. Это огонь, бомба, вообще прогресс, пейджер. Помнишь, пейджер? На телевизор голосом переключается. Голосом, не надо пассатижи. И идти туда к нему. Кш-кш-кш-кш-кш. Два канала. Первый и второй. Все. Мы в курсе, мы нормальные люди. Но внутри церкви есть тоже что-то. Это не просто воскресное собрание для души. Знаешь, пришел, покаялся, там полегчало. Супер, мы знаем, что куча людей на таком уровне живет и будет жить. Мы празднуем то, что вы ходите в нашу церковь. Слава Богу за вас. Слава Богу, мы любим прихожан. Мы любим тех, кто просто присматривается, кто-то похаживает. Мы любим, когда человек проявляет интерес к церкви и способен уже прийти в какое-то внеурочное время и что-то сделать для Дома Божьего. Мы любим волонтеров нашего дома, тех, кто иногда пришел тут, палки какие-то принес стильные, специальные такие, это вообще, положил их правильно, знаешь. Я вот не могу, ну, нет у меня интерьерного вкуса, может быть, но я в чем-то другом полезен. Кто-то коробочки вот запаковал, кто-то колонки, кто-то воду налил здесь, еще что-то, ну, мыть будут, видать. Заранее, отмокает, видать, что-то. То есть, как-то мы празднуем то, что люди иногда делают. Нам так нравится, когда кто-то говорит, слушайте, а я хочу в служении. Как стать служителем церкви? Мы говорим, супер, ты можешь стать помощником какого-то служителя, но там уже у тебя возникает некая ответственность, некоторые требования. Вы в курсе, что дети сначала с них ничего не требуют в семье? Не все, только Рома в курсе. У вас сразу, да, только родился на завод. Пока труба коптит, мы живы. Но вы в курсе, что дети до определенного возраста вообще блаженные? Но как только они чуть-чуть подросли, знаешь, что начинается? Убери свои игрушки. Несложно. Причем это касается только игрушек. Это не касается посудомоечной машины даже. Это касается только его игрушек. Поиграл, убери. В каком возрасте это наступает, Юль? Там, я не помню. Ну, ты же занимаешься этим всем, диктатурой пролетариата. В 3 года, да? В 3 года. То есть ваш микробосс еще не в теме.
вы за него, ты все, да, убираешь, все, папа делает. В 3 года, говорит, уже все, наступает момент, когда, говорит, учат, убирайся. Вы поняли, да? Организация наступила. Не сразу, но однажды. И вот человек говорит, я хочу быть служителем в церкви. Окей, развивайся, становись помощником. У тебя уже возникает ответственность, обязанности. Не такие, как у папы, но какие-то небольшие. И мы говорим в нашей церкви, это десятина, приношение, это разделить ценности нашей церкви. Потому что как служить тому, обо что ты в соблазне еще? То есть, может, ты не веришь в семью. Откуда же мы знаем? Нам надо узнать. Мы говорим о том, что уже у тебя возникает ответственность за экономику этого дома. И у тебя возникает самая главная ответственность, которую мы больше всего приветствуем, это слышать Бога. То есть там, в том моменте наступает ответственность сходить на СОЗа, чтобы мы убедились, что в служение двигается человек, которого привлекает не набожность, а привлекает голос Божий. Потому что быть семьей без голоса, самого главного в этой семье, ну это странно, да? Ну, как по мне, так странно. У нас только кот уполномочен так жить, игнорируя мой голос. И то он не может. Он постоянно в гонениях, если он игнорирует меня. Мне ему приходится объяснять, толковать, что он должен знать мой голос. Он не имеет права просто жить на игноре. Не имеет. Если человек хочет стать служителем, уже он был помощником и так далее, мы вообще очень рады. И там стандарты еще больше повышаются. Там уже тебе надо духовно расти, тебе нужно на конференции ездить. Не только на региональные, но и на федеральные разные, и даже за границу однажды. Если поверишь в загранпаспорт, что тебе дадут и выпустят из родины с выдохом таким, фу, не возвращайся, да? Ответственность растет. Вы знаете, у меня вот в доме, у меня больше ответственности, чем у Ариши. И больше ответственности, чем у Марка. И больше ответственности, чем у Юли. У меня максимум ответственности. Максимум. Но семья, мы одна. Мы в церкви в нашей так говорим. Организация не важнее семьи. Но организация важна для семьи. Из организации могут уволить, но из семьи никогда не выгонят. Я даже не отлучил никого ни разу за 15 лет. Хотя кандидатов было пруд пруди. Прям реальных кандидатов на отлучение, которые вот по всем пунктам и канонам подходили к тому, чтобы человеку предать сатане во измождение плоти. Но я находил в себе, в своем сердце милость Отца. Находил каким-то невероятным усилием с Богом, потому что мне приходилось приходить и слушать не свою вот эту эмоцию вокруг этого, не свое право своего сана и легитимность своей позиции, а слушать того Бога, который самый главный здесь. И я слышал милость. И я говорю, о, Господь, хорошо, мне так легко сразу становилось. Потому что я хочу в милости жить. Правда. И там уже больше возникает ответственности. И человек говорит, я еще больше хочу расти. Окей, у нас есть в каждом служении, мы верим, что в каждом служении в нашей церкви будут пасторы служения. У нас 30 видов служения в церкви, и в медиаслужении только еще 20 служений. То есть у нас 50 видов служения в церкви. 50 видов служения. И в каждом служении мы верим, что будет однажды духовный лидер, настоящий духовный лидер, не просто профессионал, а будет пастор. Окей. Мы говорим, у нас есть пастор в поклонении, у нас есть пастор в служении реабилитации, у нас есть пасторы в домашних группах, у нас есть пастор в пророческой культуре, у нас есть интерны, как люди, которые достигают пасторства, которым мы служим, в которых верим в попечительском служении нашем. Ну, так называемые сотники. Мы говорим, хорошо, ты можешь достигать и этого. Ты должен становиться тогда помощником пастора. А это, друзья, уже совсем другой труд. Это уже не в церковь по воскресеньям ходить. И даже не по средам в церковь ходить. Это значит каждый день в церковь ходить. Пасторский труд – это каждый день в церковь ходить.
Не обязательно физически. Но быть церковью каждый день, ты уже все, у тебя уже мозг разделился на две половины. Причем большую половину ты отдаешь церкви, 51%. Это любовь к ближнему, Библия говорит. 50 на 50. И только там она наступает в полной мере ответственности. Там, где человек становится помощником пастора, на него уже мы смотрим, а отдает ли человек половину своей жизни другим людям? Потому что пастор полагает жизнь свою за овец. Жизнь свою, он берет жизнь, напополам делит и полагает ее за кого-то. Иисус вообще всю жизнь отдал. Но мы не такие, как он. Оп, ну как бы я должен это говорить об организации в семье. Чтобы вы видели, что в этой церкви не просто такая всеобщая аллилуйя, она стала такая. Какой-то духовный социализм и все само собой происходит. Нет, все это делает организация в семье. Организация из братьев и сестер, организация в семье. Кто-то вырос в ответственности. От прихожанина кто-то уже вырос. Я до старшего пастора вырос. Я же тоже был прихожанином однажды. Прихожанин. И однажды ты сможешь стать человеком, который будет отвечать за какое-то количество людей духовных в нашей церкви. Стать пастором. И я серьезно говорю. А кто-то должен будет, я просто обязываю вас, стать однажды и старшим пастором этой церкви. Я хочу видеть другое поколение. Я хочу видеть Иосифов, которые поднимутся. Я этим посланием живу, я не могу. Я уже в трех церквях с молодежкой это проповедовал. Не могу, просто отдаю это везде. Что Яков странствовал в земле отца своего, а Иосиф уже не мог. С Иосифом Бог говорил о Египте. О большом пространстве, о чем-то более великом. И я не хочу терять Иосифов, чтобы они уходили куда-то, и там прошло 22 года, когда Яков встретил Иосифа в Египте. 22 года, целое поколение, уже зрелый мужчина, которому было 40 лет. Его даже узнать не могли. Он построил успех большого, огромного государства, самой высокой цивилизации того сезона. А его папа хотел просто хлеба. Я не хочу стать таким служителем, который через 20 лет захочет просто хлеба от этих ребят, которые сделают пробуждение. Я никого не отпущу. Никуда. Я всех братьев к стенке поставлю за Иосифов. Всех смирю о духовности тех Иосифов, которых Бог нам даст. И я сам как папа смирюсь. Я говорю, кланяйся, Юль, скажу, кланяйся быстро, Иосиф пришел. Луна моя, кланяйся. Я как солнце тоже поклоняюсь. Или наоборот, она солнце, я луна. Я ночной, потому что житель, она постоянно спать хочет. Когда у меня пум, наступает активность повышенная. Я правда говорю, я буду смиряться перед каждым, кого Бог приведет для смены сезонной. Мы сейчас живем в переломе второго поколения. Сегодня церкви, которые стали родоначальниками пробуждения в России, им по 32 года в среднем, по 32 года. Это уже конец второго поколения. Это Иаков в земле Исаака догуливает, а мы уже другие. Я уже другого поколения, я из поколения Иосифов. Я не из того поколения, которое будет продолжать вот эти традиции. При всем почтении к отцам, но мне другие сны снятся. У меня другое видение, у меня другое понимание о церкви. У меня другие алгоритмы внутри. Поэтому подтягивайся, Йося. Ты нам нужен. Мы готовы столкнуться с твоей реальностью с Богом. С твоими 17-летними снами. С твоим мечтой. Мы не просто позволим тебе быть стильным в этой церкви, как Иаков. Он позволил ему быть стильным. И все, на разноцветные одежды. Просто будь стильным и все. Не, мне мало стиля твоего. Мне нужна твоя духовность. Мне нужна твоя история с Богом. Я вам просто открываю, как выглядит организация в семье, организованная семья, с которой говорит Иисус. Вот здесь внутри, внутри семьи Иисус с нами разговаривает. Внутри. И если ты хочешь серьезные разговоры, разговоры о том, с кем он семья, а что Иисус вне церкви ни с кем не разговаривает, разговаривает. О чем? О том, что нужно домой возвращаться. Это максимум, что он может сказать. Это максимум. Я не верю, что Иисус там с кем-то строит такую автономию. Такую автономию. Знаете, я вот для себя понял, что семья без организации – это компания влюбленных бомжей.
Ну, вот это с милым рай в шалаше. Ну, с милым и тупым может быть и рай в шалаше. Но если милый и не тупой, пускай-ка организует что-то нормальное. Шалаш хотя бы, квадратов 200, чтобы был. С отоплением хотя бы. А не просто ленинский вариант. Елки, ссылка и письма молоком. Итак, Иисус внутри семьи разговаривает. И когда приходят люди, которые хотят быть с ним фамильярными, потому что у них что-то с ним было 30 лет, понимаешь? Они же не просто так заявились. Они говорят, у нас с ним семья вообще, мы 30 лет вместе, пусть сюда идет. Он говорит, не пойду. Либо вы сюда, либо я туда не пойду. Выйди сюда с нами поговори. Не-не-не, вы сюда приходите, потому что здесь семья. Все изменилось. Когда Дух Святой пришел, все изменилось. До этого без проблем. Я Толик. Я для всех там Толян. Можно. Но когда Дух Святой приходит, для тех, у кого уже Дух Святой пришел, там уже что-то другое. Потому что я не просто с тобой тусуюсь. Я не просто с тобой болтаю. Я не просто с тобой знаком. Или ты со мной знаком. Я уже в семье, в которой Иисус разговаривает. И там наступает вот этот вот момент, о котором я хочу с вами говорить. Момент настоящего родства. Настоящего родства. И пока ты маленький, никаких вообще вопросов. Ничего. Но если у тебя есть амбиция подрасти, то тебе предложат вынести мусор. У нас так это выглядит. Братья, кто придет и что-то сделает? Ну, я как будто вопрос даже задал. Видите, у вас нет никакой реакции. Потому что вы даже не слышите в интонации вопрос. Вы слышите, что я якобы где-то там сказал, братья, кто что-то сделает, да? Так же легче? Соскок сразу такой техничный, оп, шик, маятник, матрица. Скоро 16 декабря, ура. Сразу ты пропетлял, да, чхарек режим включил. Знаете, есть такая школа страшных людей, бойцов, терминаторов, чхарек. А когда говоришь в семье, дети тоже отмалчиваются, вот в чем прикол. Вы заметили? Заметили? Отмалчиваются. И потом ты уже говоришь убедительней, да? У нас есть чат мужской, диаконский такой. И там тоже отмалчиваемся мы. И Саша Морозов любит там, такой, у него постоянно речь есть такая. Речь, вдохновение такое есть у него. Он постоянно выходит, братья, братцы, эх. Он такой, как Безруков Сергей. Дорогие мои, хорошие. Он такой, с душой, с гармонией, мне кажется, в кепке, в косоворотке, в галифе. Мне кажется, в этот момент с медведями он там, вот это, дудки, скоморохи. Землица русская, березки. Вот это. И такая тишина, хлобысь. И я захожу такой. Ну, обычно через несколько дней молчания. Раз такое выхожу. И оживление такое происходит, знаете. Батя пришел. Батя пришел, уже не попрячешься уже сильно. Уже не это брат, если там что-то сказал. А, братан, давай. Батя пришел. А мы специально WhatsApp это сделали, там видно, кто когда заходил. И интересно, так смотришь, кто был, кто видел, кто читал. Молчим, как рыба об лед. Мы не любим организацию. Не любим организацию. Но я вам сейчас что-то покажу. Пожалуйста, Давид, давай приступим к аккомпанементу. Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 38 по 40 стихи. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца.
Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Так интересно, что это слово «воля», оно означает не что иное, как воля. Приказ, повеление, требование, абсолютное и безусловное, безоговорочное повиновение тому, что Он сказал. Иисус говорит, я пришел на землю транслировать самую высокую организацию семьи. Там есть воля. У нас в церкви нет воли. Моей воли нет. Мы не можем, мы не имеем на это права. Тогда мы станем сектой, тоталитарной сектой, с жесткой вертикалью, с контролем, с манипуляцией, демонизированной. Но высший апогей любви – знать волю. Это высший апогей чувств к Богу у Иисуса. Это единство на уровне воли. Когда ты говоришь, это безоговорочно для меня, не потому что ты приказал, а потому что я решил, что это безоговорочно для меня. Друзья, я 20 лет в семье. В одной семье, по милости Бога. У меня есть дом, который однажды пожертвовал мной, посеял мной. Я сошел с этих для меня небес неких в Тольятти. Что Красноярская церковь для меня это как небеса были. Это единственное, с чем у меня ассоциировался Бог вообще. Это лучшая община в мире, которой я был частью. Это лучшие пасторы на свете. Это лучшие братья и сестры. Это лучшая атмосфера. Все лучшее. Все лучшее. Я сегодня был на служении в Красноярске. Слава Богу за интернет. И в прошлое воскресенье был. И общался с утра уже со своим отцом духовным. И для меня всегда, вот правда, я вам честно говорю, для меня церковь как семья стала сразу. У меня не было этих прелюдий, этих поисков этого пути сложного, разобраться, подсмотреть, присмотреть. Я вот как-то почувствовал, несмотря на все свое сиротство, на всю свою отверженность, на кучу боли, нерешенных внутренних проблем, я почувствовал, что здесь я навсегда, это мой дом. Это больше, чем все в моей жизни. Чем все светлое, что у меня было. И для меня как-то вот было внутри понимание того, что в семье высший апогей любви – это непокорность вот эта вот, рабская. А когда для меня предельно важно то, что говорит папа. Это не просто авторитетное слово, это не просто красивая философия. Это то, в чем я буду кем-то. Кем-то другим, нежели все. Это такая тайна. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя перед ангелами. Уникальность того явления, Богоявления в теле Иисуса Христа в том, что этот парень 30 лет был под властью своего отчима. Это был муж его мамы. Иисус был подчинен мужчине 30 лет, который его физически даже не рожал. Это величайшая тайна. И он жил в теле, в абсолютной воле Отца земного. Но когда пришел Дух Святой, он вошел в абсолютную волю Отца Небесного. И первая часть его жизни была тоже абсолютной волей Отца Небесного, чтобы он прожил ее так, в теле, подчиняясь мужчине, с которым его по плоти даже ничего не связывало. И духовно ничего не связывало. Он был муж Марии. Про него написано. В отцах Иисуса он указан как муж Марии. Он почтен на равных с Давидом. И во мне жило это. Первую часть моей жизни христианской. Это жило на уровне. Меня воспитывают здесь. Подчинение по плоти. Меня воспитывают здесь. Это здорово. Все, что для меня делают в церкви, это для того, чтобы я лучшим был. Но я не был в абсолютной воле вот этого. Сегодня
я чувствую себя так, что для меня сладко подчиняться, сладко иметь пастора, сладко иметь духовного лидера, сладко иметь отца, сладко. И его воля для меня сегодня не в той части моей жизни, где я подчинен отчиму, а в той части моей жизни, где я руководствуюсь отцовством. Я наслаждаюсь от этого. Мне так легко жить. Так легко. Я так комфортно себя чувствую в этом. Иисус говорит, вот эта высшая форма организации принесло максимальную победу на землю. Никого не потерять, всех сохранить. Никого не потерять, всех сохранить. Это единственное условие максимально прожить без потерь. Единственное. Я понимаю, что это тут возникает взаимная ответственность. Бог готов помазывать нас, давать нам силу, приносить свою славу. Но готовы ли мы реагировать так на это? Я хочу с каждым из вас путешествовать до конца. Либо вашего, либо моего. Я не хочу ни с кем прощаться. Я не праздную расставание с людьми по причине несоответствия. Для меня всегда это трудно. Даже если я как солдафон этого не показываю. Я хочу с каждым дойти до конца. Из вас. Где там онлайн? Из вас. Но я понимаю, что это взаимная ответственность. Понимаю, что без любви мы не можем делать ничего. Иисус не разделял себя с Отцом. Это была любовь. И Он в этом пике, Он сказал эти слова. Я здесь для того, чтобы исполнить волю, а воля в том, чтобы ничего не потерять. Для меня важнее всего Его голос. Я не хочу жить с собой. Я не хочу жить своей мудростью. Я не хочу транслировать в церкви себя, свое величество. 100 лет мне надо. Все, что я хочу построить в ближайшие 15 лет. Насколько я вижу, прошу у Бога благодати, активности. Пик мудрости, знания от Него. То, что вчера я пережил, я верю, знаю, что Он услышал мою молитву. И то, что я вчера видел и слышал, я не могу даже словами передать. Это состояние, которое Павел, наверное, переживал. Он говорит, я даже слов подобрать не могу, чтобы вам рассказать, что я видел. У меня вчера похожее было переживание. Даже одна бабушка испугалась, говорила потом после служения. Я думал, вы с ума сошли? Как вы там валялись, что с вами происходило? Я так испугалась за вас. А что поделаешь? Роды, они всегда некрасиво выглядят. Это потом милое существо с бантиком. Или без бантика. Вот что я хочу видеть в нашей церкви. Ту семью, в которой максимумом будет стремление сохранить всех. Через взаимную ответственность. Через то, что мы придем в такое состояние настоящей любви друг к другу, что мы придем в состояние максимальной эффективности как организация в семье. Не как юрлицо, не как диктатура, а как организация. Организованная семья, она растет. Со мной много ребят путешествуют достаточно давно, я вижу. Вот Тарас живет ниже этажом с Леной. Я вижу, как они живут. Я знаю, как они стартовали. Далеко мне ходить не надо. И я вижу, что благодаря тому, что они организованная семья, они и процветают. Мало-помалу обрастают имуществом и так далее, и так далее, и так далее. Посмотрите на нашу церковь. Все, что вы видите, как... Я слышал, пасторы говорят, да, Гельманов просто организатор хороший. Ну, я говорю, аминь, конечно. Но при всем при этом исключают помазание. Исключают то, что Дух Святой пришел сначала. Сначала Дух Святой пришел. И принес мне понимание, как должна быть организована община.
Так классно, когда верят, что у нас куча денег. Вообще молодцы, красавцы. Я так люблю вас, кто пророчески говорит, что у нас куча денег. Молодцы. Усильтесь, пожалуйста, ребята. Еще надо чуть-чуть поднажать. Что мы пока не дотягиваем до вашей зависти, но хотим очень сильно. Я верю в помазание. Я верю, что Дух Святой изменил меня и дал мне понимание, как построить церковь как семью, организованную семью. Я не отдаю приказы всем подряд, но есть достаточно зрелые духовные дети, которым я могу говорить так, чтобы они понимали, это воля. Это воля. Там, где я уполномочен, там ко мне есть чувство. Там обо мне есть понимание. Иисус говорит, вот что я принес на эту землю. Вот что транслирую на этой земле. Высшую форму семьи, в которой апогеем любви являются отношения, в которых есть взаимная ответственность. Отец понимает, как делать. Сын делает. Отец понимает и говорит. Сын слышит и делает. Я сын. Я сын для Бога. Это такая привилегия. Я до конца с этим разобраться еще не могу. Я сын для человека Божьего. Это тоже привилегия. Я тоже до конца с этим разобраться не могу, но, по крайней мере, я себя так чувствую. Мне от этого хорошо. Я знаю, что когда мы с ним семья, мы сможем многое сделать вместе. Многое организовать вместе. Отец не действует без сына. Сын не действует автономно. Я благодарю Бога за то, что Он дал мне отца, и благодарю Бога за то, что Он дал ему меня. Это правда, я себя так чувствую, что я подарок, что я награда, я ценность. Я Йося. Я не просто на стиле. У меня с Богом тайна есть, мистика есть. Есть эта невероятная мистика о другом сезоне. Евреям 3 глава, с 1 по 6 стихи. Это перевернуло мою жизнь однажды, очень сильно, и мое богословие перевернуло. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему его, как и Моисея во всем доме его. Ибо он достоин тем большей славы перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его, как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос, как Сын в доме, дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Вместе с переменой завета Иисус принес и перемену модели. Вместо вертикали и пирамидальной структуры Моисея, которая была построена на служении, на слугах, слуги, 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 Моисей слуга, судьи слуги, тысячи начальники слуги, сто начальники слуги, 50 начальники слуги, 10 начальники слуги, верные рабы, верные рабы. Иисус принес модель семьи, верный сын. Верный сын. И он признал главенство отца. Он говорит, это так важно, чтобы кто-то был выше. Это так важно. И он говорит, большей чести над домом удостаивается тот, кто устрояет дом. Вот почему мы говорим, семья важнее организации. Но семья без организации – это сообщество влюбленных бомжей. Скитальцы – по чужим арендам, не имеющие ничего достойного 21 века, дом меньше чести удостаивается, чем тот, кто его устрояет. Организация никогда не будет в этом доме главной, но этот дом никогда не будет без организации. Никогда. И наша культура, то, как мы строим, церковь как семья, ценность, семья это ценность, и она выглядит так.
Мы верность не приветствуем ветхозаветнюю, рабскую, вынужденную верность. Мы приветствуем верность Сына, когда ты генетически совпадаешь с нами, когда ты хочешь, для тебя это дорого. У тебя есть магнит внутри к этому магниту. У тебя нет раболепия, контроля. Мы говорим о том, что мы ценим и дорожим любой церковью, любой деноминацией, любой конфессией, любым движением вообще. Мы празднуем, мы говорим, так у папы много разного. Но мы патриотичны не из-за лозунгов, которые здесь звучат. Здесь вообще нет лозунгов. У нас простое видение, это место для служения каждого. Это дом, это семья, где ты можешь применить себя, когда подрастешь. Моя задача, чтобы каждого максимально продвинуть, чтобы у каждого, кто будет стремиться к самым высоким позициям в царстве, помочь сделать кейсы, быть полезным максимально. И радоваться, когда ты будешь улетать из этого дома на служение, на миссии, разъезжаться по стране. Я не хочу быть этим Карабасом-Барабасом. Не хочу. Я папа, батя, отец, как угодно говори. Какой бы ни дал мне Бог характер, какие бы ни дал мне Бог стили, управления и так далее. Для меня это семья, вы семья для меня. Вы родня, у меня роднее людей нет. Нету. Ну, кроме родительского дома. Но там уже все. Там только родители остались. Это неизбежно. Как Иисус однажды вышел из дома Иосифа, оставив там почтение. И это почтение записано в Библии. Отец Иисуса, сын Марии, муж Марии. Так же и я вышел однажды из дома Красноярского. И сегодня я отец этого дома. Я не против вот этой вот философии фамильярности. Брат там. Но это на том уровне примитивном, где прихожане. Простите, там кашу не сварим мы из топора. Там все будет не так перфектно выглядит. Это просто тусовка. О, у нас такой пастор, он такой пастор, припастор. Это все тусовка. Организованная семья, это семья, которой Иисус говорит внутри дома. Поэтому я приглашаю вас сделать шаг ближе, когда вы захотите. Вы просто можете это знать сейчас. Когда вы захотите, вы можете сделать шаг ближе. Не просто приходить в эту церковь, а прийти и спросить у любого из нас, а чем я могу быть полезен этой церкви? Что я могу сделать для этого дома? Как волонтер? Двигайтесь в сторону семьи. Двигайтесь. В семье лучше. В семье лучше. В семье легче. В семье больше защиты. Больше силы. Больше знаний. Больше наследия. Но самое главное, внутри семьи Иисус говорит. Внутри семьи Иисус говорит. И эти тайны, семейные секреты. О нашей семье никто не знает тайны, никто не знает секреты нашего дома. Это слишком интимно. Никто не знает мои секреты, как отца. Это слишком интимно. Юлины секреты никто не знает. Нашу тайну с Богом никто не знает. Ту мистику никто не знает. Я просто вас приглашаю. Когда вы захотите, знайте, что мы рады. Рады будем и этот момент в вашей жизни отпраздновать. Когда вы двинетесь дальше. Просто из прихожан. Потому что там мы на том уровне ничего не можем сделать. Мы просто для вас организовали служение. Этот хороший дом. Этот комфортный звук, это все современное и все здорово. Я знаю, что в нашу церковь комфортно приходить. У тебя не сгорят уши, как у меня. От разных веселых собраний христианских. Тебе будет здесь зимой тепло, летом прохладно. Ты услышишь, я тебе честно скажу, хорошую проповедь. Честно, вот хорошую проповедь услышишь. За тебя помолятся, все здорово. Но в семье больше дадут. В семье больше получишь. И чем ближе,
тем только усиливается благословение. Оно усиливается. Но опять же говорю, принцип абсолютной добровольности. Мы рады тебе, что ты пришел. Но наша радость хочет расти вместе с тобой. Вместе с тобой. Просто, чтобы ты знал, мы оставим это в Ютубе. Это станет одной из ключевой проповедей о ценностях в плейлистах наших каналов. И ты всегда можешь обновиться и переслушать, и понять. И я фиксирую это. Я приглашаю каждого пойти дальше, чем просто посещать церковь. И я свидетельствую, что это лучшее, что со мной произошло в жизни однажды. Когда 20 лет назад я сказал, не 20, где-то 19 лет назад я пережил эту встречу с Богом Отцом, которая перевернула вообще все во мне. Мы не знали тогда СОЗа, и вот что можно с Богом, как с личностями поговорить. Просто Бог пришел и сказал, я твой папа. Я был потрясен. Что делать? Перестать быть сиротой. И это, говорит, твой папа. На пастора. Он же пастор. Нет. Нет. Пастор — это дар. А факт — папа. Да ладно. Что делать? Расти, сынок. Расти. Что-то выросло. Уже бородатое. Что-то получилось в жизни. Но я хочу праздновать то, что получится. Знаешь что? Тебя. Тебя, успешного, помазанного, мудрого, состоявшегося. Тебя рядом. Сезон. Такой сезон. Но мое место вот здесь сейчас, как всегда. Вы можете встать. Каждое воскресенье мое место заканчивается здесь. Если ты не спасен, если хочешь покаяться в грехах своих, принять Иисуса как Спасителя, приди, я помолюсь с тобой. Самое главное для нас ценность – это человек, которым нужен Иисус. Мы не проповедуем просто для христиан. Наша надежда в воскресенье, что кто-то придет, чтобы спастись. Если вы не спасены, вам надо прийти. Это всего лишь подарок от Бога, прощение грехов. Вас это ни к чему не обязывает вообще. Вы просто возьмете это и с этим уйдете. Это навсегда, если вы не выкинете это своими руками. Но без прощения жить страшно, потому что вина только будет усиливаться. Я думаю, достаточно уже скопилось, чтобы попросить.